Шоу «Рассмеши комика, дети». Шоу, в котором каждый ребенок с хорошим чувством юмора может заработать хорошие деньги. Меня зовут НК Настя Каменских. Здравствуйте! Немного занимательной статистики. После выхода 2 сезонов детского проекта «Рассмеши комика, дети» 50 детей сдали деньги в фонд школы до конца учебного года. Еще 20 до конца 11 класса. 30 школьников наняли клининговую компанию, чтобы та вместо них вышла на уборку территорий. 40 детей теперь питаются не в школьной столовой, а заказывают в школу пиццу и суши. Под ваши аплодисменты я хочу пригласить на эту сцену 2 главных спонсоров этих всех детских прихотей. Это дядя Вова Зеленский и дядя Женя Кошевой! Привет! Добрый вечер! Здрасте! Добрый вечер, Васи Хати, шановни! Ура! Давно не виделись мы, поэтому можно... Ма. Хотя, я сейчас вспомню, мы же не виделись полгода, 6 месяцев. Да. 6 месяцев надо было 6 раз поцеловать. Да, подождите, хватит. Хватит, ты не один, Вова. Настя, ну сколько мы с тобой не виделись, Настюля? Да мы с утра виделись. Ну, а с Вовой-то мы давно не виделись. Мы очень давно. Пожалуйста, это... Ребята, детская программа, сядьте, детская пожалуйста, программа, да. Дети, привет, дети. Здрасте, дети. Объясняю правила. Если наш маленький участник, вышедший на эту сцену в течение минуты, заставит кого-то из комиков смеяться, они заплатят ему 1000 гривен. Эти деньги можно забрать и навсегда покинуть нашу студию, а можно рискнуть и пойти на 2-ю минуту, которая в случае успеха принесет участнику 5000 гривен. Смех комика на 3-й минуте стоит 10 тысяч гривен, на 4-й — 20. А если удастся рассмешить их и на 5-й минуте своего выступления, победителя ждет главный приз — 50 тысяч гривен! Но если на любом из этапов в течение минуты никто из комиков не засмеется, участник уйдет отсюда ни с чем. В общем, правила просты. Задача детишек — рассмешить комиков любым способом. Задача комиков — не смеяться ни при каких обстоятельствах. Ну, а моя задача — следить, чтобы все было по-честному. И предупреждаю, я всегда на стороне детей. Даже малейшую улыбочку на вашем лице я засчитаю как смех. Понятно? Да. Знакомьтесь. Это мое рабочее место. Это кнопка старта. Она дает отсчет начала выступления участника. Как только я увижу, что кто-то из комиков засмеялся, я нажимаю вот эту кнопку. И это будет означать, что участник выиграл. Если в течение минуты ни один мускул не дрогнет на лице Евгения, а Владимир даже не попытается сложить свои губы трубочку, как он обычно это делает, это автоматически означает проигрыш. За этим я буду следить вот в эти 2 монитора. Ну, по-моему, все понятно. Давайте начинать, ребята. Пухов Артем, город Запорожье.
Привет всем, я Артём. Я приехал из города Запорожье. Я занимаюсь лепкой, английским, карате. Для того, чтобы защищать своих девчонок от сильных преступников. Можно сказать, еще тот фантазер. Причем так, чтобы я придумал игру, и он играл по моим правилам, нет. Мы тебя любим, целуем. Я хочу быть полицейским. Для этого я заберу в главный приз. 50 тысяч гривен. Я так понимаю, это мне? Угу. Да, я здесь. Сейчас. Спасибо, мой принц. Спасибо тебе большое. Красавчик. Спасибо. Заход был правильный. Оп. И главное, не просто цветы, а прям вазон. Это динозавр, это Женя, он на него похож. Спасибо. Красавчик. Спасибо, Артём, спасибо. Артём, спасибо тебе большое за цветы. И нам теперь тут сидеть не одиноко. Спасибо тебе, дорогой. Пожалуйста. Ну расскажи, где работаешь, Артём? На военной базе. А сколько лет ты уже там работаешь? 4. 4 года? Так там же, это же военная база, там год за 3. Скоро на пенсию, да, Артём? Тёмочка, скажи, пожалуйста, ты пришел сегодня что, заработать денег? Да. А зачем они тебе нужны? Просто я хочу полететь на самолете, побыть на войне. Хочу еще я поехать на магнитофоне, водку купить. Жесткий военный юмор. Я услышал там проплыть на Ваенге почему-то. Да. Именно на этой певице ты хочешь. Ваенге. Да? Тёмочка, ты готов выступать? Да. Да? Поехали? Да. Поехали. Всем привет, я Артём. И мне скоро 7 лет, а пока 4. Я за здоровый образ жизни. Я не пью и не курю. Уже 4 года. Тёма, ты выиграл 1000 гривен. Я тебя поздравляю, зайка. Ты пойдешь дальше? Да. Хорошо, поехали. Всем я... Мама называет меня биткоин, потому что за 4 года я неплохо так вырос. За свои 4 года я уже знаю, как делать женщине. Пьяно нужно не сопротивляться, когда на тебя надевают колготки. И твоя непосредственность помогла тебе выиграть только что 5000 гривен. Тёмочка, пойдешь дальше? Да. Хочу обратиться... Подожди, стоп. Мы еще начали. А вот теперь поехали. Хочу обратиться к самой красивой девушке у меня. Насте Каменских. Настя... Вашей маме лучше, она внук не нужен. За свои 4 года я уже знаю, как сделать. Я просто не дослушал потом. Тём, 10000 гривен. Ребят, ну вы
Вы заметили вообще, что творит с вами этот маленький мальчик? Да. Тёмочка, ну что, пойдешь дальше? Да. Все, ты вспомнил свои шутки? Да. Все, поехали. Я слушаюсь маму. Мама ушла в магазин и сказала, никому не открывать, вернулась, я ей не открыл. Я в жесткий депресс, и родители меня обижают, то я им возле кровати раскидываю лего. В садике у меня много друзей, Матвей, Денис. Аиша, ради бога, воспитательница ей так говорит. Ради бога, не плачь. У меня есть друг Андрей, ему уже целых 5. Представляете, какой он уже старый, у него уже даже зубы выпадают. Тёмочка, 20 тысяч гривен. Ты представляешь, какие огромные эти деньги? Угу. Это на 4-й минуте, я знаю. Тёмочка, скажи, ты идешь дальше? Хочешь победить? Да. Поехали тогда. Дядя Вова, мне 4 года. Но я все равно знаю, что ты выступал в кожаных штанах. Я довольна. Я довольно начитанный. На азбуку от А до Ё знаю. Так. Папа мне пообещал, если я выиграю, купит киндер-сюрприз. Я, конечно, еще не умею считать, но не настолько же. И у нас есть абсолютный победитель. 50 тысяч гривен. Тёма, иди, беги, хватай свои денежки. Ребята, вам было не видно, но клянусь, это было что-то потрясающее, реакция папы. Да? Он, ё-моё, просто вот он представился, куда они потратят деньги, у них еще маленький второй ребенок. И это так искренне, и так круто. Мы, кстати, тут занимаемся офигенным делом. Да, между прочим. Это круче, чем вообще путешествие в какую-то другую страну. Это такой драйв. Все очень классно, очень впечатлительно, волнительно, безумно. Ребята, исполняйте мечты детей. Если они просят, слышите их просьбы, пожалуйста. Это круто. Лушки Лидии и дедушки Леши. Я вам везу выигрыш. На эту сцену я хотела бы пригласить Мажар, Аню и Яну, город Киев. Привет, я Аня, мне 8 лет. Привет, я Яна. Мне 5 лет. Мы из Киева, и мы сестрички. Я люблю свою сестру за то, что она меня любит. А я ее за то, что она меня. Аня и Яна очень дружные. Они друг без друга и дня не могут. Они играются. Нам очень хорошо, что они как-то постоянно вместе подружки. Играют. Они подружки, да. Мы играем, вместе поем, делаем концерты. Вон Яна вообще
песни свои сочиняет. Это очень шикарные песни. Это автентичные песни. Да, авторские песни. Вот оно выходит, да, в кофточке и поет: «Я люблю тебя, кофточка». Ну, вообще мы перед концертом всем раздаем билеты. Цену на билеты устанавливают дети. Хорошо, что они еще не сильно разбираются в ценах. Иногда это очень дорого. Иногда на квартал дешевле сходить, чем сходить на детский концерт. Наша мечта была попасть на «Размеши комика», и мы сюда попали. Но если выиграем что-то, то поделим пополам. Ножиком-минка. Пожарники пришли. Привет. 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 Вы сестрички? Да. Да. Кто из вас старше? Я. Серьезно? Не скажешь. Чем занимаетесь, девчонки? Мы поем, рисуем. И танцуем. И танцуем. Вы домохозяйки, надо говорить, да? На работу не ходите. Я имею в виду детский сад. Ходите? Да. Аня, вы старше Аня, да? Да. А вы учитесь в школе уже? Да. Какой класс? О, забыла. Я учусь в третьем классе. Ага. А Яночка в каком классе учится? Я в садике. Девчата, скажите, вы пришли сегодня шутить и заработать денег, правильно? Да. Мне нравится. Настя, извини. Тут написано в анкете: ваша мечта. Хочу на Мальдивы и котенка. Я про Мальдивы начала думать лет в 25. Как-то рановато. А есть один человек, который все время об этом думает. Ну да ладно, да, не будем политику приплетать. Там и приз побольше. Девчатка, а вы готовы сейчас размешить наших комиков? Да, да. Да, все, тогда поехали. Мы очень любим смотреть «Лигу смеха». И наша любимая команда – это Загорецька Людмила Степанівна. Зала буде лвань. Дід Мороз, Дід Мороз, подарки, що-то там мало, мало. Дорослий гумор. Другий жарт для Кошововича Кошового. Я поїду до бабусі в село та поверну ще більш худішою. Поняли, плекольчик, а? Бабусин гумор. Это Аня. Ей 9 лет, и она старая. Ты что, я не старая. Винника любишь? Безумно. Это Аня. Ей 9 лет, и она старая. Аня и Яна, вы выиграли 1000 гривен. Девчата, что будем делать? Идти дальше? Да. Точно? Да. Да. Ну тогда поехали. Я принципиально не ем конфеты Рошен. Такая вот моя детская оппозиция. Да. Давай, давай. Как ты думаешь, кто выше, Настя Каменских или Владимир Зеленский? Думаю, что Настя Каменских. А если Владимир оденет каблуки? А если Владимир оденет каблуки, то это не наше, а его личное дело. Девчата, и у вас теперь есть 5000 гривен. Анечка, Яночка, скажите, третья минута может принести вам 10000 гривен. Но вы видите, как сложно рассмешить наших комиков. Вы идете дальше? Да, да. Ну, поехали. Что?
Я принципиально не ем конфеты Лошен. Такая вот моя детская оппозиция. Подожди, Яна, эта шутка уже была. То есть квартала повторы крутить можно, а мне шутку повторить нельзя. $10,000! К тому же так легко Аня и Яна только что заработали 10,000 гривен. Девочки, ну а теперь что скажете? Идем дальше? Да, да. Но... Живей, живей, быстрее! Так, это папа у нас подсказал, да? Здравствуйте, папа. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Да вы писали шутки? Ну, да, да. Ах, мы вместе, ох... вместе. Да. Вместе с мамой. А чем папа занимается? Я продаю. Шутки? Да. Нет, нет. Понятно. Нет, пытаемся работаю понять. Работаю в коммерческой компании. Хорошее чувство юмора у папы. Спасибо, да, 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 да. Было дело. Было. А, было дело. Говорят, да, бывшими не бывают. Вот. Понятно. Тогда понятно. Так, ну, девчонки. Так, дети, что, идем дальше, правильно? Да. Поехали. Мы очень хотим завести котенка. Тем более хомячок уже не против. Что было бы, если Владимир Зеленский снялся в фильме «Терминатор»? Он бы ехал на велосипеде голый и говорил: «Мне нужна твоя одежда». А мне родители куклу купили. Теперь у всех моих подружек руки крутит от зависти. А что за кукла? Кукла Вуду. Открою вам тайну, наша мама сладкоежка. А папа? А папа котлета-ешка, картошка-ешка и пиво-пишка. $20,000 сегодня выигрывают у нас Анечка и Яночка. И папа показывает вам, дети, идти дальше. А вы что скажете? Да. 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 И не обидно будет потерять 20,000 гривен? Нет. Тогда погнали. Я не знаю, кого больше прет, их или меня. Если что, я все отдам, я отдам. Это правильная позиция. Это крутая позиция. Дети. Сначала заработаю, потом отдам. Дети, поехали. Я вчера разбила вазу, меня поставили в угол. И как? Так себе, лимит интересней. А еще я разбила мамин 10-й айфон. А она уже знает? Да, поэтому я пришла на «Рассмеши комика». У нас есть свой канал на YouTube «Ам-ням». И пользуясь случаем, мы хотим передать привет всем нашим подписчикам. Мама, папа, привет! Может, хоть теперь они нам поставят лайк? Бабушки и дедушки давно подписались бы на наш канал. Только не знают, где ставить подпись. От мамы я взяла красоту и рассудительность. А я у папы взяла деньги и купила себе кино. Да-да-да. Аня. Алло, алло. А наша... Мне кажется, это было очень крутое выступление. Было. Было. Два раза. Папа, вы знаете, еще есть «Рассмеши комика взрослые». Знаете такое? Секундочку, я за это рассчитаюсь. Ну, потом надо же будет с собой же рассчитываться, правильно? Дети, я вас поздравляю, вы умнички. Если у вас есть свой канал, это очень круто, что вы развиваетесь. Вы молодцы. И вам эти аплодисменты. Очень круто выступили. И там немножко не хватило, но совсем чуть-чуть. Ну, чуть-чуточку. Но круто, вы же пошли на главный приз, на 50,000. Тут все боятся идти на такой приз. Так что вы самые смелые и самые смешные девчонки. Правда. Приходите, молодцы. Умнички. Смешно.
это было очень круто вообще. Сердце вылетает, руки дрожат. Да, ну и самое главное, девочки, девочки, вы получили кайф? Да. Да. Деньги это не главное, они вырастут и сами их заработают. Или я. Селенин Куц, Виталий, город Скадовск. Добрый день, меня зовут Виталий, мне 13 лет, я из города Скадовск. Я занимаюсь спидкубингом, собираю пазлы, читаю книги. Спидкубинг в переводе означает спид-скорость, кубинг-куб, то есть быстрая сборка кубика Рубика. Это развлечение, которое меня вдохновляет в жизнь. Ему нравится общаться, серьезные темы, принимать решения, какие-то формулы, ну, в общем, что-то вот серьезное. В некоторых ситуациях я могу пошутить, могу посмеяться. Так в основном я серьезно. Самый любимый, самый родной, очень пунктуальный, толерантный. И самое главное, что на него, как на взрослого, можно положиться. Меня заставило приехать сюда все же моя мечта. Уже хочется и увидеть, и пожать руку Владимиру Александровичу. Блокнот у него в пиджаке для автографа. Все. Ручку я вчера вручила. Все. Добрый день, уважаемые комики. Добрый день, уважаемая Анастасия Алексеевна. Очень классный образ. Если вы в образе и хотите сразу выступать, вы нам скажите. Нет, я не в образе, я всегда такой. Серьезно? Очень серьезно. Родители не военные? Угадали. Военные. Папа военный? Именно. А мама? А мама диспетчер. Понятно, разведка. Диспетчер. Разведка. Разведка. Понятно. А собираетесь стать тоже военным? Отчасти. От какой части? Военный. Военный юрист. Понял, понял. А, это круто. Есть. Ромашка, он на месте. Скажи, пожалуйста, ты готов? Абсолютно. Поехали, боже мой. Удачи вам. Как вы успели заметить, у меня необычная фамилия – Зеленин Куц. Дабы хоть как-то расположить комиков, я решила немного изменить на Зеленин Кош. С моей фамилией связано несколько интересных случаев. Например, когда в школе меня вызывает трудовик – Зеленин Куц, в доске. Я выхожу, а он еще минут 10 выясняет – не понял. А где второй? Кто из вас Куц, а кто Зеленин? Я из очень интеллигентной семьи. Настолько интеллигентной, что я вообще мог не появиться на свет. Виталик, и ты выигрываешь 1000 гривен. Ну, я так понимаю, спрашивать, идешь ты дальше или нет, вопрос неуместен. Ну, очевидно. Да. Согласна. Поехали дальше. Мой папа настолько интеллигентный, что год стеснялся перейти с мамой на «ты», поэтому год спал с Зинаидой Васильевной. У нас семья все интеллигентная. Например, мой прадед, прежде чем убить немца, всегда перед этим дико извинялся. Кто не знает, интеллигент – это такой человек, который защищен от жизни только очками. Настоящий интеллигент всегда смотрит Насте Каменских только в глаза. И даже если у нее будет платье с очень глубоким декольте. Я очень вежливый. Чтобы вы знали, насколько, с ведущей новостей я всегда здороваюсь первой. И ты выиграешь 5000 гривен. Виталик, дальше? Да, будьте добры. Ага. Окей, поехали. Даже в роддоме, когда я родился, сказал медсестре: «Добрый день. Прошу прощения, что в таком виде. Как, интелли...
интеллигентный молодой человек. С удовольствием проведу беседу с Владимиром Александровичем. И с удовольствием побазарю с Жекой Викторовичем. Вов, ну это неприлично, вот эти вот твои улыбки на весь экран. Там у тебя стоп-кадр, Настя. Я не буду вам отвечать в грубой форме, у нас интеллигентная беседа. Я соглашусь с вами, Владимир. И Виталик у нас выигрывает 10 тысяч гривен. Виталик, я так понимаю, мы идем дальше, да? Да, да. Окей, поехали. Недавно мой сосед назвал пьяного мужчину в пиджаке с зализанными волосами, лежащего возле скамейки, интеллигентом. Ну и, конечно, сомневаюсь, но могу предположить, что это латентный интеллигент. Кроме того, я еще спокойный и сдержанный. Но если я сегодня проиграю, то я тихо, спокойно иду за кулисы и только там уже хорошенько выматерюсь. А сейчас хочу обратиться к тем людям, которые ругаются матом. Ребята, зачем вы это делаете? Ведь же такие прекрасные слова, как «восхитительно», «очень плохо», «все равно», «зачем». Знаете, недавно отдыхал у бабушки на даче и, покупавшись в местном озере, полностью ощутил на себе фразу «вшивый интеллигент». Я интеллигент в 8-м поколении. Ну, то есть, вы поняли. Начали мы отгребать при Петре Первом, а продолжаем отгребать при Петре Алексеевиче. Это потрясающе. Виталик, 20 тысяч гривен ты выиграешь сегодня на шоу. Рассмеши комика, дети. Ну что, идем дальше? Прошу прощения сейчас. А можно я взгляну на текст ваш? Да. Спасибо большое. Можно, можно. Ладно. Нет, взгляните. Нет, ты можешь, можешь, конечно. Взгляните. Взгляни, да нет, проблема не в этом, просто текст не взял, но это не важно. Тогда есть, да, проблемка есть. Ну, знаете, я, наверное, возьму деньги все же. Ваше право. Поручик, мы вас поздравляем. Такой молодец. Какой интересный мальчик. Прям классный, интересный, да. Вообще. Круто. Не мечтай даже. Не-не, я просто... В смысле? Ну, какой вот любимый возраст мужчины у тебя? Я вообще, честно скажу, для меня мужчина чем постарше, тем интереснее. Потому что он как выдержанное вино, он уже такой... Не, ну не скисшее, а выдержанное. Поэтому я спрашиваю, какой возраст? Не знаю, мне, например, 30 лет. Да, например, тебе 30. Я думаю, что самая крутая разница, это, например, там, до 40. Потому что у меня папа старше мамы на 17 лет, и это очень сложно. Потому что мама еще хочется и там веселиться, кататься на верблюдах, на отдыхе, а папе хочется смотреть «Рассмеши комика», понимаешь, по телевизору дома. Просто папа умный парень у тебя. На эту сцену я хотела бы пригласить Кацалап Ника, Целорунга Евгений, город Херсон. Меня Ника. А меня Женя. Я с Херсона, и он с Херсона. Мы познакомились с самого детства. Самый лучший из мужчин. Ну, как бы играют они отлично. Ну, постоянно это шумно, спокойно они сидеть не могут. Ну, они либо бегают, либо что-то крушат. Женя хорошо себя ведет, иногда балованный тоже, как и я. Бегает, он как свинка прям. Бегает, бегает. И падает. Ух, свинка у нас. Но даже если у них какие-то разногласия бывают, то они очень быстро находят выход из ситуации и очень быстро мирятся, и все это забывается, и тут же продолжается игра дальше. Мы очень любим друг друга. Мы рисуем.
играем, там только сердечки веселые. Я хочу с ним пожениться. А я с ней. И мы поженимся и будем жить с ребеночком маленьким, да. Да! 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 У родителей шуточки. Да. Побежим за ними. Давай. Да. Здравствуйте, Ника. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте. Привет, ребята. Привет. Привет. Здоровые вы махали. Умнички. А что это у вас за пакет? Это подарок кому? Да, да. Кому? Вам. Вам кому? Дяде Вове, дяде Жене и тете Насте. Ну, я предпочитаю, чтобы все, не было все, дети приставки сказали. Тетя Настя. Если можно говорить так, Вове, дяде Жене и бабушке Насте. Справедливо. Знаешь, а с другой стороны, бабушка-то не чё-то? Обалденная. Ну, что, подарки будете давать или в конце? Давать. Давай. Давайте. Давай. Пошли. Привет. 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 Как? Нормально. А что за подарки? Помогают штаники, да? Это карамельки. Карамельки? Так надо было себе оставить. Кто сделал карамельки? Это мама и я. Мама и ты? О, так. Эрка. Так, я за свои спущусь, а то я знаю, сейчас отберете у меня. Рассмеши комика, наша. Эрка. Эрка, а Насте надо НК. НК. Где мои зяйки? Нашла детей все-таки, мать, да? Солнышко, а что такое? Это карамельки. Это карамельки. Боже, какой ты карамельки. А что такое РК означает? Это буковки такие. Хорошо, я поняла, что это буковки. Что означают эти буковки? Что означает? Не знаю. Ну как это не знаю? Да не подсказывайте. Ну подумайте, где вы сейчас находитесь? На каком шоу? На смешном. Правда? Класс! Давай пять, давай. Спасибо, давай пять. Дети, скажите, вы готовы сейчас рассмешить, разорвать комиков наших? Да! Ну тогда поехали! Привет, я Женя. А я Ника. Когда я родился, я был похож одновременно на Вову и на Женю. Такой же лысенький и такой же маленький. Женя, а какой твой любимый день? Пятница. О, день щедрого папы. Женя, а ты понимаешь, у нас дома котик спит и не шевелится? Понимаешь, такое бывает, когда котики очень-очень долго... Засыпают, да, а потом они очень спят и засыпают очень-очень крепко. В смысле, сдох? Женя, ты болеешь за Динамо Киев? Нет, мне папа запрещает. Это опасно для детской психики. Сказка Клау-Мауки. И наша симпатичная парочка получает 1000 гривен. Ника, Женя, скажите, пожалуйста, вы видите, как сложно, вот вы только на 46-й секунде рассмешили комиков. Вы видите, как это сложно? Скажите, у вас достаточно шуток, чтобы пойти дальше? Да, достаточно. Скажи, хорошо, тогда давайте разберемся с вами. Вы вообще деньги на что хотите потратить? На сладости, да, Ника? А еще на продукты. Да. Бедные дети. И на качели. Жесткая социалочка не пошла в нашей программе. И на качели. Угу. Просто на сладости вам однозначно уже хватит. Скажите папе, что перестал устраивать эти качели и сам покупал продукты. Ну хорошо, так вы хотите пойти дальше? Вы хотите заработать 5000 гривен, правильно? Да. Ну, готовы? Да. Поехали. Сказка Плау Маугли. Барыга, 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 да сколько раз тебе повторять? Не барыга,
Обоим. Ника, чем ты вчера занималась? Складывала пазлы. А я все видел, как ты доставала мамину вазу. Да это она сначала была мамина ваза, а сейчас это пазлы. Скажи, дорогой, а ты можешь мне сделать кофе с пенкой? Да, расплюнуть. Женя, Ника, и вы только что выиграли 5000 гривен. Я больше никогда не буду заказывать капучино. Никогда. Дети, ну что, 5000 гривен – это приличные деньги. Если поделить напополам, это получится по 2500 гривен. Ну, неужели вам не хватит, не знаю... На продукты. На продукты, да. Даже на какую-то маленькую колбаску. Качельку. Может, хватит? Может, деньги забрать и все? Дети. Нет. Нет, мы еще не закончили. Я так понимаю, что у вас целое огромное выступление, да? Да. Да. Хорошо. Тогда поехали дальше. Готовы? Да. Да. Женя, а что ты обычно ешь на завтрак? Я ем мыло. Зачем? Когда пукаю, мыльные пузыри идут. Женя, ты веришь в любовь с первого взгляда? Да, но папа не хочет мне покупать тут самокат. Ника, ты знаешь? Ника, а ты знаешь, кто такие хипстеры? Нет, а ты? Это мужчины, которые носят бороду и одеваются в непонятную одежду. А, мой дед хипстер. Дядя Вова, дядя Женя, давайте поиграем. Женя и Ника выигрывают 10000 гривен. Я тебе скажу, Настя, что ради реакции этих детей стоит жить дальше. 100%. И потом мы не могли не рассмеяться, потому что когда я услышал, что дети все-таки едят мыло, становится ясным, что им действительно надо деньги на продукты. Ой-ой-ой, хватит оправдывать свой смех. Ты смеялся, потому что было очень смешно. Дети, ну что, 10000 гривен, вы что, это огромные деньги. Берите и бегите. Быстро, пока ребята не передумали. Рассмеши смешного, сделай, что парень смеялся. Рассмеши смешного, рассмеши смешного, пусть намочит колонки. Рассмеши смешного, но только не используй щекотки. Рассмеши смешного. Получили массу удовольствия, массу впечатлений. Дети счастливы, дети получили то, что хотели. Мы вместе выиграли деньги, чтобы потратить их на множество больше веселья. Если в дневнике своего ребенка вы увидели замечание, что он смешил детей на уроке, не спешите его ругать. Возможно, он просто проверял свои шутки перед выступлением в «Рассмеши комика дети». С вами была НК и Настя Каменских. Увидимся ровно через неделю. Пока!